Ополчились на журналиста. Несколько дней назад в адрес журналиста Громадского Анастасии Станко посыпались угрозы и обвинения после ее награждения грамотой Минобороны. Вот как ситуацию прокомментировала сама Анастасия. Я так понимаю, что люди, которые считали, что там мы сделали что-то неправильно, колись образились на то, что в министерстве вважають інакше умовно, чи в міністерстві цінують роботу журналістів Громадського. Хоча, чесно кажучи, ну мені знову ж таки складно говорити за них, бо я не знаю їхніх мотивів, тобто що їх конкретно ображало і чому вони не задоволені. На Станко напали конкретно, казалось бы, ну вот патриоты, да, хотя она сама патриотка. Давайте отделять настоящих патриотов, да, от псевдопатриотов. Вот таких там людей, или точнее такие аккаунты, за которыми на самом деле могут стоять не живые люди, а просто некие сисадмины, вот таких я бы называл псевдопатриотами.